Всем привет! Сегодня бы я хотела с вами поделиться такой новостью. Я нашла способ, как можно перезагрузить свой телефон. У меня телефон Sony Xperia, и как вы видите, он не достается здесь батарея, здесь она встроенная, вот. И у меня заглючил телефон. Я хотела в интернете найти, как его перезагрузить, не поверите, не нашла. Поэтому я решила поделиться с вами вот таким открытием небольшим. В общем, если у вас завис телефон, если у вас, к примеру, Sony Xperia, как у меня, то смотрите, зажимаете нашу блокировку или выключение, где вы набираете, и нажимаете плюсик, то есть вот где вы громкость фиксируете, плюсик и одновременно вместе с блокировкой. У вас высвечивается окно, и автоматически, смотрите, пошла перезагрузка телефона. Эта информация мне дошла, так сказать, из первых уст. В общем, посоветовал один хороший человек. В общем, если вам моя информация, так сказать, пришла в пользу и пригодилась, я очень рада была вам помочь. Поэтому делюсь с вами полезными советами и информацией. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем!